Казахстан и Италия будут обмениваться преступниками. В Сенате сегодня ратифицировали договоры между двумя странами о выдаче осужденных и о взаимной правовой помощи. По словам заместителя генпрокурора Жакыпа Асанова, за последние 4 года Казахстан заключил подобные соглашения с 19 государствами. Среди них Болгария, Венгрия, Румыния и Чехия. Планируется, что вскоре список пополнят Великобритания, Австрия, Германия и Корея. Вы, наверное, заметили, что Генпрокуратура стала чаще обращаться в парламент с такими законопроектами. Наша граница открыта, граждане могут перемещаться беспрепятственно, поэтому глава государства поручил заключить такие договоры со многими странами, в особенности с европейскими. Это значительно помогает в поиске преступников за границей.